Аврора ГАЗ, газификация 4. Подать заявку можно по следующим адресам. По вопросам, связанным с подачей документов, читинцы могут проконсультироваться и по телефону горячей линии 8-924-021-2916. Следователи возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами ряда учреждений и министерств Забайкальского края своих обязанностей по расселению граждан из аварийного жилья. Об этом ЗАПРУ сообщили сразу два источника, знакомые с ситуацией. По информации одного источника, конкретных фигурантов в уголовном деле по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса «Это халатность» в настоящий момент нет. Еще один источник уточнил, что дело возбуждено по факту халатности должностных лиц Министерства строительства Забайкалья, органов местного самоуправления. Ранее ЗАПРУ в региональном Минстрое сообщили, что уголовного дела нет. Напомним, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину отчитаются о результатах проверки аварийных бараков в центре Читы. Также ранее глава краевой столицы Евгений Ярилов заявил, что проблема сноса ветхого и аварийного жилья в городе должна решиться к 30-му году. На коммуниста Юрия Гайдука завели дело за нарушение при интернет-агитации. В интернете он призывал жителей края не голосовать за переизбрание на второй срок действующего губернатора Александра Осипова. За это против Гайдука было возбуждено дело по статье 5.12 КУАП, это изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах. Суд должен был рассмотреть дело 10 октября, однако, со слов Гайдука, заседание было перенесено на 14 число. Отметим, что штраф за нарушение агитационного законодательства составляет от 5 до 20 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц это от 30 до 50 тысяч и для юридических от 100 до 500. Иван Суворов назначен заместителем министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края, начальником управления демографии, семьи и детства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Осипов. Известно, что Иван Суворов родился в селе Сосново-Озерское, Яравнинский район Республики Бурятия. Он имеет богатый опыт работы в социальной сфере, начиная с 1995 года. Суворов окончил Московский государственный социальный университет и Восточно-Сибирский университет технологии и управления. С 1923 года он работал в Министерстве просвещения Российской Федерации заместителем начальника отдела нормативного регулирования в сфере опеки и попечительства Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей.